провинция – это стиль жизни. И вообще провинция внутри человека. Потому что как-то стало уже, что это художественный образ стал провинция. Раньше было, что провинция – то, что далеко, что удалено от центров, от столиц. А потом так сложилось, что говорят, а, он провинциальный. То есть оттенок уже немножко другой стал. И я вот думаю, что провинция – это стиль жизни все-таки. Можно и в Москве быть провинциалом, можно в любом областном городе быть провинциалом, а можно жить в маленьком местечке в каком-то и никогда не быть провинциалом. И не ощущаешь даже, что это такое провинция, потому что сам этого не видишь и видеть не хочешь. Если перечислить только имена людей, которым Шадринск дал путевку в жизнь или зарядил энергией, и сегодня заряжает, мне вот пальцев и на руках надо. Ну, о некоторых из них мы поговорим сегодня? С удовольствием. Ну, наверное, я начну все-таки с большой советской энциклопедии. Да? Любимый ваш том? Да, вот я достала специально мой любимый том, 29-й. Почему? Потому что именно о нашей провинции речь идет. То есть статья называется «Шадринск». Рядом идет статья, называется «Шадринские гуси». А еще чуть-чуть подальше идет статья «Шекспир». И вы знаете, я пришла, искала, читала и пришла к выводу, что, оказывается, Шадринск имеет отношение к Шекспиру или Шекспир к Шадринску. Вот в этом томе, в 29-м, значит, в конце каждой статьи ведь идет библиография. По Шекспиру очень много, большая библиография. И первым в списке идет Морозов М.М. Морозов Михаил Михайлович. Мир его знает больше даже не как шекспироведа крупнейшего, а знает как мальчика с портрета работы Валентина Александровича Серова Микки Морозов. Вот он, Микки Морозов, портрет Микки Морозова. Вот этот самый Микки Морозов потом, когда стал взрослым, стал шекспироведом крупнейшим. Здесь вот есть журнал, где фотография Бориса Леонидовича Пастернака и Михаил Михайлович Морозов. У него в Переделкино сидит он консультант, когда Пастернак переводил трагедии шекспировские. Так вот этот Микки Морозов, он оказывается правнук шадринского купца Мамонтова Николая Федоровича. Вообще вот эта купеческая семья, их два брата в 1840 году приехали в Шадринск, Иван Федорович и Николай Федорович. И я задалась вопросом, когда я в одной из книг прочитала, что бабушка с дедушкой, это Александра Павловна Боткина пишет, внучка Николая Федоровича Мамонтова, пишут, что дедушка с бабушкой поженились рано и по нескольку лет жили в Перми, в Ряжске и в Шадринске. Ни Пермь, ни Ряжск мне не дали положительного ответа, что там жили Мамонтовы. Я думаю, ну надо наш архив посмотреть, и нашла. И действительно, они в 40-м году приехали, эти два брата. Вот у меня есть документы, они просят, чтобы их зачислили в купцы третьей гильдии. Они уже были купцами третьей гильдии. Было очень интересно, что же они делали. Поехали-то через всю Россию, тогда же не было электропоездов никаких. На перекладных. Почему? 9 человек детей на двоих было, в двух семьях этих. И они приехали в Шадринск. Чем-то ведь обосновать надо. И я гипотезу такую для себя выдвинула, что, видимо, они приехали к Вагину, поскольку жена Николая Федоровича была в девичестве Вагина. А Вагин был городской головой здесь, а вокруг были ярмарки. И вот эти купцы третьей гильдии приехали, видимо, заработать деньги, обогатиться. Так оно и получилось. Они ровно 10 лет здесь жили. И вместо 9 детей увезли с собой 20 детей. И вот последний сын Николая Федоровича как раз был Кирюша. Кирюша – это дедушка Микки Морозова. Это отец его мамы. Эти материалы я тоже собираю. Я думаю, что вот эта тема Мамонтовы и Урал, Мамонтовы и Шадринск, она еще ой сколько может дать материалы для исследователей. Thank you.
Мамонтовы, пока здесь жили, у них родились, во-первых, Савва. В 40-м они приехали, в 41-м Савва Иванович родился. Знаменитый, самый знаменитый из семьи Мамонтовы. Все его даже по одному Абрамцеву знают, по первой опере, частной, знают, где весь Римский Корсаков, все его были оперы поставлены. В Москве Питер отказался, а вот у Саввы все поставил все эти оперы. Шаляпин впервые выступил, спел на сцене именно у Саввы Ивановича Мамонтова в опере, в его театре. Так здесь же у них все мальчишки были в семье. И вот в 43-м году родилась Зиночка здесь, в Шадринске. Зинаида Николаевна, потом она стала Якунчикова. Муж был у нее фабрикант, виолончелист, и они с мужем построили здание Московской консерватории. Вот многие этого не знают. Даже ездят шадринцы в Москву, если бывает, даже в консерватории, не знают, что это здание построено их землячкой, Шадринкой, Верочкой Мамонтовой, Верочкой, Зиночкой Якунчиковой. А после Зины в 44-м родилась Верочка Мамонтова. Верочке было суждено стать собирательницей вместе с мужем знаменитой Третьяковской галереи. Вот они поженились, когда поехали, они в 69-м году, в 1869-м, отправились в Италию. Там, значит, познакомились с русской колонией художников, в том числе и с нашим земляком Федором Андреевичем Бронниковым. И тогда первую работу Бронникову заказывает Павел Михайлович и Вера Николаевна. Работа называлась, он в течение года сделал, и в 69-м же году привез уже в Москву эту работу. Вот что характерно было для Третьяковых, Павел Михайлович не разрешал делать копии, даже авторские. И сразу был такой договор с Бронниковым, что если появится копия, то он отказывается от этой картины. И потом подрастали их четыре дочки Третьяковых, и вот Александра Павловна, это Шурочка еще, Александра Павловна пишет потом в воспоминаниях об отце, чудная совершенно книга у нее, все документы сплошные. И она там пишет: «Ничего не знаю прекраснее пифагорейцев Бронникова». Хотя у них уже полный дом, еще галереи не было тогда, но полный дом был полотен самых разных и самых хороших. И вот она так восторженно пишет о Бронникове. Это, знаете, тоже бальзам на душу, конечно. «Пифагорейцы Бронникова». Картина полностью называется «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу». Изумительная действительно картина. И в Шадринском музее есть этюды маслом этого полотна. Любой шадринец может прийти, попросить, посмотреть подлинные работы Федора Андреевича Бронникова. Как попали сюда эти работы? Значит, перед смертью в Риме в 1902 году Федор Андреевич Бронников со своим другом, тоже художником, Михаилом Петровичем Боткиным, договорились, что Боткин после смерти Бронникова отвезет его серебро в Шадринск и полотна, какие там в Риме были. И что вот на серебро это надо открыть непременно художественную школу, которая есть сейчас в Шадринске имени Бронникова. Шикарная школа. Здание по индивидуальному проекту сделано. У меня вот там лежит фотография. И Бронниковская эта работа в Третьяковке хранится сегодня. Так вот, эти этюды маслом приехали как раз с архивом Федора Андреевича из Рима. Причем у нас ведь великолепные фонды в здешнем музее, в основном вот благодаря именно тому, что сделал душеприказчик, вот этот Михаил Петрович Боткин. Бронников. Художник-патриот. Вынужденный большую часть жизни провести на чужбине, завещание пишет родному городу и дарит ему самое дорогое. На это способен лишь человек духовно богатый, незаурядный, преданный родине. Такие люди делали Шадринск красивым, культурным, творческим. Таких людей, судьбами и характерами соткан Шадринск современный. Жизнь, облик, уклад. И если не всюду он хорош, встретишь и плохое, так людей подобных это проявление. Встреч с Бронниковым, как я называю встречи. Допустим, знаменитая Тверская галерея картинная во дворце Екатеринском, когда она ехала из Петербурга в Москву, делала обыкновенные остановки для отдыха. Вот в этом ее дворце сейчас прекрасная картинная галерея.
Я, значит, первый этаж посмотрела, поднимаюсь на второй, и смотрю, боже, стоит, значит, на площадке между этажами стоит полотно, сразу видно, что кисть Бронникова. Я думаю, может, ошибаюсь. Нет, подхожу, смотрю, притча о святом Лазаре Федор Бронников. То есть нашла там. И еще была одна интересная встреча. Пришла в редакцию здешней газеты и сеть. И одна из лиц сотрудник, Света Волкова, она мне показывает только что полученный из Парижа буклет, письмо от одного из мигрантов, который, значит, настоятель теперь в храме Александра Невского. Она, видимо, заказывала, туда писала, я не знаю, не стала спрашивать, но посмотрела вот этот буклет. Великолепный верхний иконостас в храме Александра Невского в центре Парижа. Работа Федора Андреевича Бронникова. То есть Боткины, Бронников, Мамонтовы. Но потом, когда Мамонтовы уже в 50-м году уехали в Москву, они купили усадьбу, Николай Федорович купил буквально, как говорят, на задворках Ганнибаловской усадьбы. Это метро Бауманская ныне. И там, где Пушкин родился, в Ганнибаловском доме, в Ганнибаловской усадьбе. Значит, когда выходите из метро, направо Богоявленский собор, знаменитый Елоховский, как он называется. А налево через пути трамвайные пройдете, и там как раз вот школа имени Пушкина. Сейчас самой усадьбы уже нет, конечно, давным-давно. Школа имени Пушкина, и там стоит бюст мальчика Пушкина. И вот на этом месте, а дальше немножечко, туда в сторону разгуляя, как раз усадьба Мамонтовых, Шадринских Мамонтовых. А потом еще интересно то, что Мамонтовы здешние, когда они уже в Москву уехали богатыми, они очень много сделали для просвещения России вместе с Третьяковым, с Павлом Михайловичем. Они же были попечителями многих учебных заведений и создали первые в России вместе с Арнольдом, сделали Арнольдовское училище для глухонемых детей. И здесь, в Шадринске, тоже есть вот такие специальные школы, в том числе и школа глухонемых. Они чтут память наших земляков, Мамонтовых, в том, что они помогли такие школы в России сделать. Я думаю, что нельзя назвать город, пусть какой бы он ни был, небольшой по масштабам и по населению, нельзя назвать провинциальным уже потому, что в нем родились, выросли замечательнейшие, известные на весь мир художники. Вот многие поколения ведь учились по истории древнего мира. И там, когда открываешь, смотришь картины, не было написано, какой художник, потому что я тоже потом с возрастом узнала, открываешь там проклятое поле Бронниковское. Это сколько поколений по этой книжке училось. Не знали, что это Федор Андреевич Бронников, что он из Шадринска. И второй величайший художник, от Бога скульптор, конечно, воятель от Бога, это Иван Дмитриевич Иванов, который потом взял себе от города, от любимого, сделал псевдоним, стал Шадром. Очень жаль, что он рано умер, конечно. Он в 41-м году перед войной скончался. Очень жаль. Он мог еще, ой, сколько сделать. Так вот, Иван-то Дмитриевич Шадр в скульптуре из всех советских скульпторов он был самым сильным. И сами скульпторы этого ведь не скрывают. И когда сюда приезжал на открытие мемориала, автор этого мемориала, автор памятника Шадру Юрий Львович Чернов, я у Чернова была на выставке в Манеже, там и бюст Терентия Семеновича был, и Елизаровский был бюст, и вот как раз, значит, Шадра нашего бюст был. И Юрий Чернов сказал, что он учился скульптуре именно на работах Шадра. Он никого не назвал, хотя много было в Москве, там Меркурий, там другие были, а он назвал как раз Шадра. И что очень захотел, еще когда мальчишка посмотрел на Красной Пресне этот памятник, монументальный булыжник оружия пролетариата, у нас здесь копия стоит тоже на входе в парк, мемориале в этом. И он говорит, когда увидел этот памятник, был поражен совершенно и сказал, что будет учиться на скульптора. Да, и, кстати, попутно могу сказать, что вот два памятника, которые любой москвич, любой приезжающий в Москву всегда может увидеть, это метро «Красные ворота», когда выйдете, там в скверике белого мрамора его сезонник сидит, прекрасная скульптура, и на Красной Пресне булыжник оружия и пролетариата. Можно просто назвать булыжники, то понятно, что это шадровская прекрасная работа. Незаметный зауральский город Шадринск через людские судьбы –
связан с Москвой, Санкт-Петербургом, Парижем, Лондоном, Нью-Йорком. Вот она, сопричастность глубокой провинции к духовной жизни страны и даже мира. Шадринск еще провинциальный потому, что Шадринск напрямую выходит на Александра Сергеевича Пушкина. Вот у меня даже есть публикация, называется «Пушкинские улицы Шадринска». Начнем, пожалуй, вот с этого собора. Тут у меня пушкинские классматериалы. Вот Спасо-Преображенский собор. Считается, что это единственный в России храм, где была панихида по убиенному поэту. Ну, правда, кто разрешил это делать? Арефий, по-моему, да? Он потом схватился, его убрали отсюда. Теперь, если говорить о пушкинских материалах, связанных с Шадринском, то у того же, у Ивана Дмитриевича, 7 памятников Пушкину. Один должен был стоять на месте того Пушкина, что стоит на Театральной площади в Петербурге. Да, но как раз Иван Дмитриевич тяжело заболел и вскоре скончался. То есть вместо него там, значит, стоит Аникушинский памятник. Вот мне бы хотелось еще вот этот портрет показать, работы Петра Федоровича Соколова. Этот пушкинский портрет 1936 года, то есть это последний портрет Пушкина, выполненный академиком-акварелистом Петром Федоровичем Соколовым, петербуржцем, всемирно известным художником. И опять же, когда он писал Пушкина, в это время он присматривался к Наталье Николаевне и, видимо, уже задумал написать ее портрет. И выполнил его в 1942 году, то есть когда уже Наталья Николаевна была Ланской, не Пушкиной, Пушкина уже не было в живых. И Петр Федорович Соколов, должно быть, это я так предполагаю, должно быть, он не захотел просто память поэта оскорбить, назвать портрет Ланской. С одной стороны. А с другой, может быть, что уже время-то прошло. Ведь сколько лет прошло, когда он писал 36-й год, а там уже 42-й, значит, 6 лет прошло. И за давностью времени он назвал тот портрет девушки просто. И портрет девушки Петра Соколова хранится в нашем подлиннике, хранится в нашем музее. Кроме деятелей культуры, кроме тех, кто строили железные дороги шадринцев, много полководцев можно назвать. Ну и прежде всего, конечно, Георгия Константиновича Жукова. Георгий Константинович Жуков здесь бывал множество раз. Он сюда любил приезжать на охоту. Ну и наши, конечно, головы городские пользовались моментом и выпрашивали кое-чего у командующего округом. Выпрашивали. Здесь несколько зданий, которые имеют прямое отношение к Жукову, к его инициативе. По его инициативе построенные. По его приказу даже есть построенные. А мне опять же повезло, потому что в детские, в школьные годы я лично видела Георгия Константиновича, когда он приезжал, как кандидат в депутаты Верховного Совета СССР вместе с Павлом Петровичем Бажоном. С Бажоном даже нас сфотографировали. К сожалению, с Жуковым не сфотографировали. Зато вот эти две книги, которые изданы здесь в Шадринске, они обе здесь изданы, хотя одну делали в Кургане, вроде бы написано «Маршал Жуков и зауральцы», но большинство материалов вошли шадринских авторов здесь Леонида Петровича Осинцева очень много, и печатали здесь в здешней типографии. Здесь, кстати, прекраснейшая полиграфическая база в нашем городе. Тоже не провинциальная база, пятицветка, вообще прекрасная база. А это вообще шадринские были о солдатах, тут воспоминания. В той и другой книге есть мои публикации. Там у меня уже про внуков идет разговор. Как мы должны передавать лучшие традиции, любовь к родному краю, память нашу, передавать следующему поколению. Рокоссовский
был первым военным комендантом Шадринска в 19 году. То есть опять дороги пересекаются. Более того, школа имени Рокоссовского в Курске, памятник перед ней стоит, перед этой школой, и многие годы там проработала выпускница Шадринского пединститута физико-математического факультета Вера Стрелкова Вера Ивановна. Да. То есть Шадринск связан не только с Соединенными Штатами, с Парижем, но со всей нашей Россией связан, с многими городами. Но если говорить, с кем действительно Шадринск связан и каким образом, я думаю, что можно вспомнить. Вот у нас училась, здесь было две сестры Божиловы, Кирова Божилова. Значит, Божилова Снежана, она была первая зарубежная студентка в медицине. Закончила, уехала, она сейчас ведущая докторка, как говорят, в Варне, на скорой помощи. А вторая сестра, ее старшая, закончила начальный классный факультет здесь у нас. Вот поехали, у меня в гостях родители были. В общем, они раз шесть болгар ко мне приезжали, а потом я поехала по приглашению к ним. И вот мы с этой Женей, выпускницей болгарской, приезжаем туда, в Обланок, как у нас называется. И тот начальник, болгарин, спрашивает у нее, где она закончила, где она получила образование. Она говорит, в Союзе. Ну где? В Москве? В Ленинграде? Она говорит, в Шадринске. Не знаю такого. Болгария не знает Шадринска. Тогда я говорю, Терентий Семенович Мальцев расцвел сразу, прямо на глаза говорит. Знаю, Терентий Семенович, мы все любим. Я говорю, так это вот как раз он наш. 20 километров до Мальцева от нас, от Шадринска. Ну, мне тоже посчастливилось. Терентий Семеновичем не раз беседовать, бывать у него. Я и на похоронах его была. Пусть земля пухом будет. Изумительный человек. Вон там у меня есть фотография большая, где он мне автограф дает. Ребятам им тоже дал автографы. Есть книга о Терентии Семеновиче, в Москве вышла. Это моя приятельница, автор, как раз, Луиза Гладышева. И у нее есть, и я храню очерк, и обо мне тоже был. Вот он Ленинцам в чат. Так что Терентий Семенович, конечно, для нас гордость, память настоящая. Как многие небольшие российские города, Шадринск, конечно, имеет свою архитектуру. Это деревянная прекрасная архитектура с металлическими решетками, балконами и так далее, с водостоками. И дома, которые были построены купечеством. По-моему, в очень многих городах купцы как раз понастроили вот таких специфических домов. Есть и у нас такие дома. Один из таких домов – это был дом, построенный городским головой для себя, Макеевым. А потом, после революции, здесь был агропедтехникум. И вот в агропедтехникуме училась немножко какая-то непохожая на других, немножко неуклюжая, какая-то, в общем, ну, не смотрящаяся вроде с первого взгляда девушка. Ксения Некрасова, Ксюша, как ее все звали. И вдруг недавно совсем начали вспоминать Ксению Александровну Некрасову как величайшего поэта России, чуть ли не наряду с Пушкиным. Но очень приятно, что как раз и Пушкин имеет отношение к Шадринску, и Ксения Некрасова имеет отношение к Шадринску. Вот эту книжечку «Я часть Руси» Ксении Некрасовой подготовил к печати и издал здешний бывший проректор по науке в пединституте Вячеслав Павлинович Тимофеев, профессор, сейчас в Челябинске живет. Он всю жизнь собирал материалы о Ксении Некрасовой. Вот портрет Фалька работы. Фальк тоже сейчас очень знаменит, в том числе и портретом Ксюши Некрасовой. Я тоже собираю о Ксении Некрасовой материалы. Ну, естественно, не так много, как у Вячеслава Павлиновича. Но тоже есть публикации газетные, несколько. Зато я дружу с одним клубом. Он называется «Память». Это город Красноуральск, Свердловской области, средняя школа номер 6. Вот у них музей памяти, клуб у них «Память». Они мне пишут частенько. Всю жизнь собирают они все о Ксении Некрасовой. И то, что у меня появляется, я им отсылаю туда. Все, зову их сюда приехать, посмотреть. Здесь же 5 домов в городе, в которых жила когда-то Ксения. Вот самый близкий около института, по центральной Ленинской улице, там Ленина 105, этот дом хорошо сохранен. А на здании, где она училась в агропедтехникуме, конечно, следовало бы сделать мемориальную доску. Может быть, со временем она и появится. Я бы хотела напомнить, у меня вот вырезки-то, ну, Константин Ваншенкин с ней дружил, он ее любит, и любил, очень любит ее как поэтессу. Затем Евгений Евтушенко. Вот Евтушенко у меня здесь есть. Евтушенко памяти Ксюши написал.
Я никогда не забывал про Ксюшу. Ксюшу, похожую на простушку, с глазами косившими, рябоватую. В чем виноватую? Виноватую в том, что была рябоватую. Косила и некрасивое платье носила. Что от нас было, собственно, надо? Добрые улыбки, стакан лимонада. Да чтоб стихи хоть немножко печатали, и чтоб приняли Ксюшу в писатели. Мы лимонада ей, в общем, давали, но вот добрые улыбки едва ли. Даже давали ей малые прибыли, только в писатели Ксюшу не приняли. Ибо блюстители наши моральные определили, она ненормальная. Люди нормальные до отвращения, вы ненормальные от рождения. Вам ли понять, что исполнено мужество, Ксюша была беременна музыкой. Так и в гробу наша Ксюша лежала, на животе она руки держала, будто она охраняла негромко в нем находящегося ребенка. Ну а вы-то вот, чем вы беременны, музыкой, что ли, или бареньями? Что вы кичитесь вашей бесплодностью, люди беременны бесплодностью? Вам не проститься за бедную Ксюшу, вам отомститься за Ксюшину душу.